Жуткая расправа над бездомными животными. Живодеры издевались над собачьей семьей. ЧП произошло под Переславлем. Рабочие стройки нашли в лесу нору со щенками, замурованными деревянными штырями. Рядом лежали трупы взрослых собак, кобеля и кормящей матери со следами от топора и кольев. Животных расчленили. Чтобы понять, что собаки дико мучились, не надо даже никаких экспертиз. Пес намертво зажал зубами старый металлический прут. Щенков удалось спасти, сейчас они находятся на передержке у местных зоозащитников. За поимку живодеров в интернете уже предлагают деньги. По данному факту в межмуниципальном отделе МВД России Переславль-Залесский зарегистрировано обращение. В настоящее время подразделением участковых уполномоченных полиции проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.